Итак, дамы и господа, Invictus Gaming против команды Zenit. Вторая игра Best of 3. G1 Азиатского квалифайера, последняя игра групповых. Точнее, последняя серия Best of 3 групповых. Посмотрим, будет ли это матч последний. Если победят IG, напомню. IG переходит в полуфинал, если победят Zenit, то там уже будем смотреть третий матч. Так, ну и Zenit тратит резерв, второй рандом уже. Точнее, не то что рандом, они просто не банили ничего. Собственно, из-за этого мы так долго ждали, они тянули весь резерв. И который раз уже это делают. То есть они выпускают как можно более сильных героев. Из драфта. Invictus Gaming забанили. Dark Seer забанили Никса, Lifestealer. Берут первым пиком Zenit. Ну и само собой, Invictus Gaming не прочь забрать Бетрайдера Магнуса. Как-то очень странно Zenit поступили. Ничего не стали банить, вместо этого отдали очень сильных героев противнику. Не уверен, какой был план. То есть, это было бы понятно, если бы у них был второй пик, но с первым пиком так делать достаточно глупо. Ну, не то чтобы глупо, но очень странно, как минимум. Ну и 15 секунд осталось, резерва теперь нет, то есть теперь надо думать очень быстро. Берут Shadow Demon'а, надо быстрее кого-то добирать, берут себе Джиггернаута. Invictus Gaming. Резерв не тратили, у них времени хватает. Ну и посмотрим, что здесь достанется. Магнус Бэтрайдер уже выглядит очень страшно на самом деле. Бэтрайдер падет. Хардлейнс либо в лес, посмотрим, куда его отправят. Ну и Зенит хотят дать понять, что у них будет 3-лейн. Посмотрим, с кем будет трейдинг, то есть на фрифарм будет либо Lifestealer, либо Джиггернаут, может быть саппорт Джиггернаута, опять они нам показывали в играх против, дай бог памяти, против Chainstack, насколько я помню, могу ошибаться. Так, ну и резерв. Начинает тратить уже и IG, но и они здесь серьезно призадумались, чем воевать. С Lifestealer, с Джиггернаутом, не удивлюсь, если появится сейчас Лаундроид. Времени хватает. Минут 0.5 сейчас обсудит. Героев сильных тоже хватает. Забанили наиболее неприятных. Это Dark Seer и Никс Ассасин, который не позволит им драться. Invictus Gaming. Ну, можно добрать сейчас саппорт, оставить двух райт-кликеров на потом. Но не факт, что это будет сделать. То есть, например, можно сейчас взять Рубика, можно взять Лаундроида, можно взять кого-то еще из разряда. Из разряда, например, того же самого Гирокоптера, того же самого Шадофинда или Блуна. Лаундроид все-таки. Долго думали. Решились наконец. Взяли Лаундроида. Так, ну и Зенит. Время банить, посмотрим. Будем ли ждать мы минуту просто так, либо в этот раз что-то забанят. Зенит, видимо, решает все баны. Переждать. Ну, не совсем уверен. Как это им поможет? Первый пик у них же, то есть они какого-то сильного героя себе заполучат. Я думаю, у них есть представление о том, что они хотят. То есть, например, это Лишак для Shadow Demon'а в пару. Либо еще кто-то. Посмотрим, будет ли опять же Гернаут такой хардлейнер саппорт, как мы уже видели в предыдущих матчах G-лиги. Еще один бам потратили, переждали. Ну, я думаю, мы так очень много времени потратим на этот драфт, если так будет продолжаться. Лишака, самый свой забанный Invictus Gaming, они понимают, что Лишак появится, Хилинг Вард будет с четвертым Диаболик Эдиктом, уже пройдут по всем вышкам очень смело. Зенит. Не удивлюсь, если Лечена сейчас забанит. Если еще про какого-нибудь пушера вспомнит. То есть Invictus Gaming, главное, чтобы первые минут 20-30 стояли все вышки. Ну, не все вышки, но как минимум большая их часть. И большая часть внешних тверов. Чтобы не упало. Ну и Зенит продолжает ждать. Сейчас уже предпоследний бан они потратят никуда в молоко. Посмотрим, что будет происходить на пиках. На последних пиках. IG особо не расстроены, как можно видеть. Они взяли себе очень сильных героев. Забанят основных героев, которые могут подойти под стратегию. Команда Зенит, они примерно понимают, что будут пушить. Вот, как я и говорил, забанили Чена. Не удивлюсь, если еще и придумать либо Энчантрес, либо какого-нибудь Фуриона. В общем-то, таких персонажей.
Так, ну и последний бан надо тратить, и уже можно будет показывать первый пик у Зенит, то есть они покажут какого-то саппорта врагам. Invictus Gaming надо будет придумать, кого забанить. 10 seconds remaining. Так, ну и остается 10 секунд сейчас уже. Потратит еще один бан. Потратили бан, банит Лину в ответ Invictus Gaming. Ну и посмотрим, кто здесь появится. Время набирать. Зенит, надо показывать свой хитрый план. Очень сильных саппортов забанили Invictus Gaming. Самим нужны двое саппортов, но я думаю, они уверены в себе. То есть, там, Чуан может играть на многих героях. То есть, там, хоть Тайдхантер, хоть Сэнд Кинг. То есть, не самый популярный, но в то же время герой очень полезный. Не удивлюсь, если кто-то из них появится. Дисраптор и так далее. Леон тот же самый. Queen of Pain для Зенит. Уже примерно понятно, что доберут Трилейн Лайфстилеру. Queen of Pain либо Джиггернаут пойдут. Один на мид, один хардлейн. Если Зенит показывали хардлейн Джиггернауту нам уже. Собственно, из-за этого я так предполагаю. Ну и Рубик, Invictus Gaming, про него само собой забыли. Нарочно Invictus Gaming. И Зенит брать его не стали. Ему он уже ни к чему, учитывая, что есть Shadow Demon. Ну и у них 10 секунд всего осталось, чтобы показать последнего своего саппорта. Очень сильный набор героев. Invictus Gaming. Берут Бэйна. Ну. Не так уж все и плохо. То есть... Есть два дизейблера, будут пытаться всех удерживать, будут пытаться всех убивать. Но, само собой, Бетрайдер, Магнус. Два персонажа, которые, если получат Блинк Дагер, они покоя не дадут никому на карте. То есть, все будут вынуждены ходить либо в пятером, либо кучками по двое, по трое. Уже будет неприятно. 10 секунд remaining. Так, ну. Invictus Gaming. Кто еще здесь может появиться? Давайте подумаем. Ландроид есть, а вот какую-нибудь Луну либо Гирокоптер было бы добрать очень даже неплохо. То есть можно сделать одного саппорта Рубика, только на Ландроида полагаться. Не самая лучшая идея, учитывая, что есть Лайфстиллер. Учитывая, что есть Джиггернаут. То есть это Луна, это Гирокоптер, это Шадофинт, это Вивер. В общем-то все такие неприятные персонажи, но нет, берут Тинкера. Разбирают героев. Феррари на Тинкере, ВВФ на Магнусе, Фейт. Бетрайдер, то есть Ландроид будет все-таки в первой позиции, будет всего лишь один райт-кликер, скажем так, но Магнус может тоже собраться в кэрри, если будет такая потребность. Скупит себе то же самое БКБ после Блинкдаггера, и уже он очень даже больно наворачивает с эмпауэром, с четвертым. Так, ну и давайте смотреть, как здесь игра будет происходить. Магнус. Сейчас посмотрим, куда отправиться. Так, ну и сторона Resident. Сторона Resident, Zenith, ICICE на Джиггернауте, Меркл, Лайфстиллер, Ice Shadow Demon, X-Freedom на Бэйне. Ну и на базе забыли MVP Queen of Pain. С этой стороны сквад IG, Invictus Gaming, Чуан на Рубике, Феррари на Тинкере, Fate Betrider, Joe, Ландроид, YWF на Магнусе пошел в Хардлейн. Вот вопрос лишь в том, как он вместе с Бэтрайдером, насколько быстро у них объявится Блинк Даггера. Здесь будет соло Queen of Pain. Магнус это, я думаю, вполне понял, что придут драться. Не зря брали и Shadow Demon и Бэйна, то есть придут воевать сейчас Зенит. Зенит настроен весьма воинственно, они понимают, что там Ландроид. Ландроид с одним всего лишь саппортов. Саппортом, то есть можно этого Ландроида убить. Попробовать убить и попробовать сделать это неоднократно. Сходили, поставили бы Трайдер Вард. Он бы здесь сделал стаки, ну и... Фейт понимает, что... Хотелось бы еще и Сентр Варды получить. Вот, видимо, ему как раз их и несут, действительно. Купил сам себе Сентры. Оставлял 200 нарочно. Все, он продумал. Ну и Зенит вынужден уже... выйти из вражеского леса. Сейчас появится руна. На руне стоит медведь. Оп, появляется Хейст. Но достается Бэйну. Икс
Фридом. Гонит медведя, настреливает ему. Настреливает очень даже больно. Еще 80 секунд нет кулдауна на перевызов медведя. То есть сейчас, если Бэйн собьет половину хп Спиритберу, это, в принципе, того стоит. То, что он здесь тратит так время. В принципе, ему больше заняться особо нечем. То есть он сходил, заблокировал. Заблокировал отпул. Поставили вард еще, то есть здесь надо будет ставить центры тоже. Так, ну и встречается на меде Джаггернаут. Джаггернаут воюет с Феррари. Посмотрим, кто здесь выиграет. Феррари дает ему лазер, дает блайнд. Пытался добить крипа, но, к сожалению, урона не хватило. Ну и Магнус уже получает шадо-страйки. Queen of Pain его здесь гоняет. Магнус и Салю два танга. Посмотрим, как он там отстоит. Как он там будет выживать. Ну и само собой, лайфстиллер пока что получает соло экспириенс. Качал уже Open Wound свое замедление, ну и саппорты скоро будут на кого-то набегать. На кого-то, собственно, на Чуана с Джоу, это, в принципе, и так понятно. То есть приходит, дает, например, Nightmare Чуану, Disruption, Лондроиды, ну и по Лондроиду уже можно будет играть. Но, само собой, хотелось бы получить уровень. Так, X-Freedom проел дорогу в деревьях, то есть теперь он может пройти здесь. То есть можно вот так вот пойти и задайвить. Хотя нет, еще одно дерево надо съесть. Сколько я понял. Queen of Pain. 4 ласт-хита харасит Магнусу. Магнус всего лишь один ласт-хит, а то он получает второй только. Будем пытаться смотреть, что будет происходить на топе. Я думаю, очень быстро на Джоуна падают. Вот уже вышка агрессивных крипов. Экс-ридом стоит на изготовку. Он уже проел все нужные деревья. Можно пройти, оказывается. То есть он потратил всего лишь 2 танга. Сделал себе дорожку. Так, ну по ганкс не получилось подавить. Крипы быстро погибли, поэтому Бэйн находит инвиз, вышел проверить двухминутную урону. Айс-айс-айс. Отпил бутылку, уже отправил обратно на базу. Можно попробовать напасть на Феррари. Феррари держится аккуратненько, но сейчас, если дадут ему Найтмер, могут быть проблемы. Так, видит Бэйна, дает лазер, дает блайнд Джаггернауту. Бэйн замахнул лапкой, но тем не менее... Пока что Феррари живет, наконец получает Найтмар. Айс-айс-айс. Поехал, снимает Найтмар. Брейнсап дает Бэйн. Однако проседает очень сильно айс-айс-айс, но тем не менее берет. Берет фестблат, откатился у него. Точнее, закончится Блэйдфир, он просто уже сабли дорезал. Ну и Феррари недоволен. Джаггернаут, конечно, чуть было не погиб. Нападает на Меркла. Меркла пытались подхарасить, но получилось, прямо скажем, не очень. Лондроид пока не пятый уровень, он не слишком угрожающий. Пока нет интанглов. Ну и, в общем-то, пока что все не так хорошо у IG, как хотелось бы. То есть на меде убили Феррари, на топе Джоу фармить особо не дает. Однако 13-11 по крипам, 13-12 даже. То есть Джоу фармит наравне с лайфстиллером. Как раз пока отошли саппорты, он начинает разгоняться. Феррари приходит, дает второй лазер X-Freedom. Есть еще и ракета, то есть Феррари марш не качает. Будет боевой тинкер. Вот к нему приходит сейчас Айс-Айс-Айс. Джаггернаут с ботинком. Феррари тоже с ботинком, то есть он Джаггернаут, в принципе, не так уж и боится. Ну, давайте посмотрим, 355. Одинаковый мувспид, то есть если Джаггернаут нападет, опять полезет под вышку, вот надо его немножечко размягчить. На этот случай Феррари видел, что Бэйн где-то ходит рядом все время, здесь у него вард стоит, он видит, что Бэйн сейчас возьмет хейст. Но надо предупредить своих друзей, сказать своим, кто стоит на топ-лейне, что сейчас придет кто-то с хейстом и будет убивать. Вот, собственно, Джаггернаут. Четвертый уровень, Омни Слэш нет, Чуан, само собой, сразу же бежать. Вот уже у проблем, на Джоу нападает Миркл. Отлично, заблокировал медведя, но, к сожалению, не получилось. Прополз все-таки лайфстиллер. Прибегает уже Джаггернаут, опять пытался заблокировать, опять не получилось у Джоу. Джоу на ЛХП проедает деревья, выходит. Побежал покупать телепорт, видимо. Давайте посмотрим, купит ли. Нет, он побежал куда. Он достаточно быстро, между прочим, бегает. Он, похоже, купил сейчас ботинок, но замедляет. Дотягивается Меркл, откатилось замедление, убивает. Все-таки Джоу. Джоу пытался спастись как только мог. И, само собой, сейчас начнут царапать Тауэр. Тауэр и так уже на пол хп. Сейчас вышка, скорее всего, упадет.
Давайте посмотрим, как дела на ботлейне. 24 крипа. Queen of Pain, 9 крипов у Магнус. Но, в общем-то, можно смело заявлять, что Зенит выиграли все лейны. Убили Лонроида, убили Тинкера, спушли Таур. Магнус на ботлейне не фармит. Пока что Зенит довольны собой, но, само собой, радоваться рановато. То есть, первые 5 минут, в принципе, IG ожидали, что будут проблемы. Конечно, не в таком масштабе, но проблемы действительно могли были быть. Учитывая, что брали всего одного саппорта. Давайте посмотрим, как сделал Бэтрайдера. Бэтрайдер с 4 уровня, 19 нейтралов у него. Здесь приходили саппорты, опять нападали на Феррари, но в целом по карте сейчас ситуация весьма плачевная для IG. То есть как-то вот так вот у них уголочек остался. Даже чуть поменьше на меде, то есть как-то вот так вот. Ходит Фейт, находит Shadow Dem, дает ему стак стики напалм, Феррари берет дабл дэмэдж. Надо начинать делать стаки для Феррари, хотя не уверен, будет ли он этим пользоваться. То есть, возможно, он и так расформится, будет софт тревел. Получит через 1000 золота. Чуть больше. И Меркл докупает себе Blaze of Attack, помимо этого 1000 золота. Сейчас добьет одного крипа, будет 1000. Он к себе что-то понес. Похоже, еще и рецепт на Magic Wand. То есть Magic Wand решил доделать. Здесь в засаде сидят Чуан. Вместе с Магнусом, с YWF-ом. YWF получает бутылку, покупает ботиночек. Хотят убить Queen of Pain, но как это сделать, надо еще придумать. У Чуана второй фейтболт, всего лишь 140 урона. Урон очень мало. Ох, замечательно, попадаешь Шоквейвом. Queen of Pain уже держится в разы аккуратнее. Ну и сейчас YWF получит им Рерс Полярити. Подынали крипа. И не досталось немножко опыта. Здесь саппорт стоит. То есть здесь стоит Shadow Demon, который будет спасать Queen of Pain. То есть Зенит всю эту ситуацию продумали. Вот у Магнуса есть ультимейт. Здесь нападает Бэйн на Фейта. Сделает Джиггернат. Джиггернат с Омнислэшем получает блайнд. Потратил Омнислэш на крипов. Ездит Блэйдфьюри на Феррари. И прилетает уже и Бэтрайдер. Феррари пустил марш, по нему бежит Икс-Фридом. Икс-Фридом встал на огонь, прилетает Чуан, пытается спасти Феррари. Феррари спасает, но и гонит Джиггернат. На Джиггернауте 2 стака. Уже 3 стака. Фейт тоже с ботинком, Джиггернаут с обычным ботинком. Но дальше идти не решились. Так, ну и что происходило на ботлейне? Так, Лайфстиллер убил Лондроида. Вот это первая информация, которую я увидел. Queen of Pain нападает на YWF. YWF сейчас добьют. Добили YWF. То есть Магнус. Рубик от него улетел. Они с Рубиком стояли, ждали кого-то убить с ультимейтом. Но Рубик улетает на мид спасать Феррари. Феррари спасает, но вместо этого погибает Магнус, который остался один. Погибает и Джоу. Джоу тоже остался без пересмотра. Его просто загрыз Лайфстиллер. Купил себе фейсбус и просто набежал и съел медведя. Queen of Pain делает Оркид. Обливион Став уже есть, у нее все с фармой очень даже неплохо. Здесь опять Найтмар на Феррари. Феррари 2000 хватает на Boots of Trail, можно сходить на базу, там по пути получит бутылку. Отопьется, пока идет на базу. И начнет уже куда-то летать скоро. Жоу достаточно бедный, но скоро про него забудут, когда начнут ходить по таверам, пытаться драться, он свой фарм найдет. Пока что его пугает очень Меркл. Еще и Джиггернаут здесь. Ну, теперь у Джоу точно проблемы. Он все это быстро очень понял и просто улетает. То есть дизейблов здесь нет. Просто можно улететь. Пока нет Shadow Demon с Бэйном рядом, можно улетать телепортом смело. И по Нетворс видно. Первый Queen of Pain, второй Феррари, третий Меркл. Четвертый Ассасайс. Давайте посмотрим, у кого что. Ассасайс. Ботинок пока что не доделал, тут у меня 575 монет, видимо, сперва хочу сделать барабан, купил себе брейсер. Хотят напасть на Феррари. IG прожали паузу. Есть Найтмар, Найтмар может снять Чуан. Магнус вылетает. Сейчас Магнус перезайдет, ну и, как я и говорил, большие проблемы из-за того, что Магнус не нафармил, скажем так, свой быстрый блинк-дагер. 9 минут, в принципе, Блинк Дайгер пока что рановато было бы иметь, но тем не менее. Сам 6 уровня, скоро получит 7, уже можно будет куда-то приходить, прилетать. Надо ему купить свой телепорт и уже прилетать на контрганке, потому что сейчас начнут набегать.
Чуан, я думаю, видит. Хотя нет, ночное время, навряд ли. То есть здесь Vision нет, сейчас на Феррари будет набегать. У него марш уже четвертый, он по двоечке. По два скилла кинул в лазер. В ракеты. Так, ну и Меркл начинает делать армлет, он купил себе Blades в атаку, он достаточно больно кусает, 100 урона. Чуть больше даже. У Джо особо ничего нет, кроме ботинок, кроме Орба Фэнома, он очень бедный. Феррари сразу забегает на клифф, показывает себя Джиггернату, а вот Бэйна пока что не видели. Скорее всего. Это себя показал, уже ударил крипа. Уже убить никого здесь не получится. ВВФ начинает перемещаться, надо попробовать как-то подраться, а IG понимает, что без хороших драк они пока что отстают по всем ресурсам. Давайте посмотрим. Окей, ну у Radiant 2500 по золоту, 1500 по оптам, даже ближе к двум уже. То есть пока что у Zenit все замечательно. Так, находит Бэйна, Бэйна находит Чуан, Чуан приподнимает X-Freedom, Рез Полярис не пожалел ВВФ, надо хоть какой-нибудь скилл получить. Бэйн, тем не менее, прожал стик, отпивается брейнсапом, но и урона не хватило. Бэйн оказался очень даже плотным таргетом. Чуан получает дисрапшн, Чуан пошел умирать об медведя, а медведя очень успешно убился. Хилбер с Машерем. Хилбер никогда не подводит Чуана. Судя по всему. Килл достался нейтралом, то есть ни опыта, ни золота с этого не получили. Зенит. Недоволен таким поворотом событий. Но тем не менее, Бэйн выжил. Это основной момент. То есть, то, что Магнус был 6-го, а не 7-го уровня, то, что у него шоквейвы были по 225 урона вместо 300, позволило Бэйну выжить. Ну и теперь Магнус прилетает на ботлейн, сейчас сразу получит дисрапшн. Получает дисрапшн, но рядом Рубик. Летят ракеты. Феррари показывает себя, дает понять, что он здесь фармит эншит. На всякий случай. Отпугнул персонажа. Ну, Феррари понимает, что по карте ему летать особо некуда. То есть это либо на меде пытаться отпушиться, на меде постоянно саппорты ходят. На меде злой Джиггернаут. На ботлейн тоже выходить пока что опасно. То есть пока стоят первые вышки у всех. Надо фармить эншин. Потом, собственно, этим и занимается. Докупил себе солринг. Доделал. Солрингом он будет больше скиллов успевать прокастовать. Солринг перезаряжается, само собой. Ну и больше на пол становится после каждого реарма. Джо, 8 уровень, нападает на Меркл, летят ракеты. Если бы сейчас прокнул Тангл, возможно, были бы проблемы, но рядом Бэйн. Бэйна увидели медведем. Феррари плетает на мид и ракеты. Доджит Queen of Pain. Дисджойнтит. Находит невидимость. Так, ну и надо как-то начинать уже перемещаться. Надо начинать какие-то драки. 4-2, еще 12 минута. Не самый активный early game такой. Так, Магнус. Убегает сразу, только получил Shadow Strike, то есть его здесь не догнать ни в какую. Queen of Pain, тем не менее, гонится. С этой стороны кого-то нашли. Нашли Битрайдера, подержали финсгриппе. Бэйн, похоже, за это потеряет свою жизнь. Бэйн действительно погибает. Нет, это не Бэйн был. Это был Shadow Demon. Два фиолетовых героя. Бэйн уходит. Ну, поменяли Битрайдера на Shadow Demon. Битрайдер, стоит заметить, помимо прихода на мид того... В игре не участвовал. Ну и пришла Queen of Pain, покричал на Чуана. Чуана убили. Феррари пускает свой марш. Вот подбить бай сайс. Замечательно. Магнусу достается килл. Все-таки умудрились найти обмен. И в этом случае, то есть 2 в 2 поменялись пока что здесь на топе. В этом лесу. Само собой, для IG размен не самый лучший. Потеряли Джиггернаут. Ну, в принципе, равнозначный. То есть Джиггернаутом в обмен на Битрайдера, ну и саппорта на саппорта поменяли. X-Freedom пытается оттолкнуть бочки, но, к сожалению, затолкали обратно в свой лес. IG пытается хоть что-то хоть где-то найти. Ситуация пока не то чтобы критическая, то есть все более-менее неплохо. Медведи 200, Джоу находит свой фарм, все развлекаются здесь, ходят по лесам, но его не убивает, он весьма плотный. Давайте посмотрим, как здесь после этой драки. Здесь, в принципе, как раз размены шли. Сейчас обновиться пока что не видно. Всех киллов на графике, то есть пока что непонятно, кто остался в выигрыше по ресурсам. Феррари пускает марш, дает понять, что запушить здесь ничего не получится. Ну и Shadow Demon грустно отходит.
Джиггернаут, давайте посмотрим. 9 уровня. Собрал наконец себе фейсбутс, но и до барабана осталось всего ничего, не удивлюсь, если... Нет, не летит рецепт, летит бутылка для Queen of Pain. От Queen of Pain уже с Оркидом. Собственно, это большая проблема. Большая проблема и то, что у Бэтрайдера с фармом все очень плохо. Так, давайте посмотрим, если летит Блинк. Нет, летит не Блинк, летит телепорт, то есть у YYF фарма, собственно, нет. У нее есть Tranquil Boot, и на этом история заканчивается. Квин, он последний по фарму, ему ставили вард в хардкэмп, за счет этого ему фармить было нечего. Он, конечно, центр здесь ставил, но потом его еще убивали. Один раз его вроде бы убивали, все, то есть совсем недавно, но в то же время нафармить в лесу ничего не получилось. То есть какие-то у него были проблемы. К сожалению, я не смотрел, как он там что делает. Точно неизвестно, в чем там была проблема. Меркл уже с армлетом, 1000 золота помимо армлета, воюет с Джоу. Джоу что-то себе тоже купил, давайте посмотрим. А, ну это, собственно, фейсбутс и Glow of Haste. Нападает Меркл, нападает на Джоу, здесь еще и Бэйн. Бэйн держит финсгриппом, приходит и Shadow Demon, дает Soul Catcher. Медведи добили. Параллельно Джиггернаут пытался кого-то подрезать здесь. Подрезал, похоже, что Тинкер, давайте посмотрим. Нет, Queen of Pain. Ладно, непонятно, куда делся. От Магнуса здесь убили. Вот, видно, Queen of Pain убивает Магнуса. Это я начинаю путаться. Ну, тем не менее, ISSS, рецепт на барабан. Рушит Тауэр. Я так понял, Джиггернаут потратил свое Мнислэш, и с Queen of Pain вдаем они просто забурстили Магнуса. Магнус ничего сделать не успел, и потом уже отбегали просто. Вай-вай, прилетает. Летает на топ, очень быстро начинает погибать. Надо кое-что-то сделать, дает замечательный рейс полярис на двоих. Тем не менее, погибает. Спасают дистрапшн. Меркла, ну и Феррари. Пытался как-то помочь поправить ситуацию, но попадается. Shadow Demon весь прокат с него отдал. Еще не весь. В том плане, что ультимейт. Само собой, Тинкер оттуда никуда уже не делся. Ну так вот, 10-4. Прям-таки не узнать. Не узнать команды. Зенит собрались. Да, это... Достойный отпор. Медведь набрасывается. Набрасывается на лайфстилера. Чуан сорвал рейдж. Не прокает до сих пор энтангл. Все еще не прокает. Еще один удар. Фейсбутс прожимали. И сужает Джиггернаут. Опять не прокает. Пятый удар давай. Вот. Инфест. Запазает инфест на Джиггернаута. Энтангл прокает наконец на медведя. Точнее на кентавр. Подставил кентавр всех. Приходит Джиггернаут. Получает энтангл. Вылезает из него Меркл. Ну и фейты проблемы. Меркл сейчас убьет Фейта. Это была приманка. Вызывается Хиллингвард. Джоу пытается съесть Джиггернаута. Энтангл. Хиллингвард уехал. Вот не расконтролил Хиллингвард Джиггернаута. Иначе бы выжил. Хотя навряд ли здесь уже много народу. Меркл тоже проблемы. Ракеты летят. Бэйн и Бэйн. Попался на рог. На рог Магнусу. И Меркл убежает. Принес себе Санж. Такие достаточно странные ситуации. Очень долго не прокал энтанглу. Уже. Ну и здесь была неловкая ситуация, когда кентавр взял всех застанил. Ну и само собой пришел Джиггернаут. Он хотел на себя как-то приманить. Приманить получилось. На него потратили флейминг-гласса. Выползает лайфстиллер. Убивает Бэтрайдера. Ну само собой Джиггернаут с Бэйном за это погибли. То есть я не уверен, что это был лучший вариант. Но, тем не менее, опять у Фейта проблемы, опять ему не хватает на блинк. Не то, что не хватает, у него вообще денег нет. То есть он пока что не страшный совсем. Однако Магнус, 7 сотен. 7 сотен, даже уже 850. Аркейн будет есть, то есть ему осталось только накопить. Накопить золото и докупить блинк-даггер. Так, ну и давайте смотреть. Ассасайс находит Хейст. У него есть второй Мнислэш, он пошел искать кого-то из команды IG. Сейчас кого найдет? Одного попробует убить. Понимаю, что эти два героя, они пробьют все его неуязвимости. Подцепят и будет неприятно. Поэтому возвращается. Идет вместе со всей командой. Есть орк. Там Queen of Pain. Есть много дизейбов. Прилетает Феррари. Феррари пока с блинк-даггер пускает. Марш пошел Мнислэш. Зафармился крипов Ассасайс. Ну и режет вышку. Ну вот так вот. 18 минута. Предпоследний тауэр начинает проседать. Так, здесь очень сильно дамажили Джиггернаут. Приподняли Бэйна, Бэйна. Бэйну дали энтангл. Воюет за тауэр, воюет как могут. Убивает Хиллингвард. Фейт все-таки погиб из ультимейта Shadow Demon. Ну и ВВФ получил свой
Оркид чуть было не поражал, наверное, распалять, но Queen of Pain все успел сделать. Шаду Демона, однако, спасти не помогло. Энтангл. С первого же удара теперь прокет у Джоу, но уже никого рядом нет. Queen of Pain просел на половину хп, но уже упрыгивает, само собой. Было бы неплохо забрать Метаур, но здесь остался еще и Джиггернаут. Тикер улетает. Джиггернаут возвращается на ботлейн. Так, ну и Queen of Pain. Второй ультимейт, в принципе, есть. Вот там влетает, дает Оркид. Получает Райус Полярити моментально. Так-то она дала Оркид Чуану, думаю, что не будет у нее Магнус тратить свой ультимейт. Магнус особо не стеснялся. Они хотели забрать вышку, Queen of Pain им только мешало. Само собой поражали Райус Полярити. Выкупается Queen of Pain, прилетает, нападает еще и Меркл. Меркл тоже здесь, нападает на Магнуса. У Магнуса проблемы. Магнус погибает из-за инфеста. Влетает Queen of Pain, приподнимает Джиггернаута. Чуан пытается бежать в рейджа. Фейт летит. Рядом ходил Феррари, но Феррари уже давно улетел. Он понял, что ловить там нечего. Очень много людей. Ну, Аджи. Потеряли только Магнуса, могли потерять в разы больше. То есть Queen of Pain не зря выкупался, она хотела потратить свой второй Sonic Wave, но ей этого сделать не дали, то есть... Аджи, можно сказать, даже более-менее обыграли этот момент хорошо для себя. Жоу продолжает фармить 2500 золота. Тир 2 таура здесь само собой падает моментально. Получает лайфстейлер золота. У нее Санжин Яш уже бьет очень даже больно. То есть скоро надо будет делать госептера всем саппортом. 1500 золота, посмотрим, что дальше появится. Появится ли изолятор. Барабан есть у Джиггернаута. То есть аурон ему спит будет. Так, ну и Аджи прожали смог. Феррари 1200, то есть ему очень далеко до сайта Вайз. Медведь, однако, наэлектризовался, купил себе Мэштром. Ну и с Мэштром уже будет противнее. Так, однако здесь Шадудем. Шадудем находит, здесь рядом еще и Бен. Чуан прожимает сразу же рейдж, нападает на Экстридома. Queen of Pain кричит здесь. Кричала на Магнуса. Магнус дала Shadow Strike, дала Sonic Wave, Магнуса убили. Здесь Disruption спасли Экстридома. У Фейта большие проблемы, Фейт погибает с этой стороны, с другой стороны Джиггернаут. По Феррари, Финсгрейп на Джоу, это уже минус 3, Феррари выкупается, но уже ничего не сделает. Джоу улетит ли? Очень плотный, улетает. Спокойный Джоу, Чуан пытается бежать. Чуана зарезал. Асиас Айс получает трипл килл. Тинкер выкупился, между прочим, успел убить здесь Шадоу Демона. Улетает. Все, он сразу же полетел, пустил марш, дал свой прокаст. Добил саппорта. Ну, 3 на 3 поменялись. Хотя, 3 на 3 или... Выкупался Тинкер. Может, даже побольше пытался полететь. Пугался Ассайс, но сейчас скоро вернется. Там прилетает на эту крипа. Так, ну сейчас обновится все, там мы увидим, кто остался в выигрыше. Очень даже интересно. Само собой, очень много преимуществ по деньгам сейчас у Зенит, но если несколько драк подряд они проиграют, все это перевернется с ног на голову. Бэтрайдер все еще очень бедный, у него как не посмотришь, то 200 золота, то 300. То есть он даже не приближается к своему Блинкдаггеру. И Магнус 1700 у него хоть что-то есть, несмотря на то, что он погибает постоянно. 5 смертей у Магнуса, тем не менее, он ближе, чем... Бэтрайдер с 4 смертями. В принципе, его АОФ участвует в драках. 3 килла, 2 ассиста. Ничего удивительного. Queen of Pain 1600. Так, ну и Джоу. Делает армлет. Судя по всему, он понимает, что пока что у них все очень плохо. Сказал, купил себе телепорт, на случай, если на нем будет набрасываться. Неплохо улетел он в прошлый раз, то есть ему раздали все контроли. Но, тем не менее, просто телепортировался. Лайфстиллер. Скулбашер. Купает Скулбашер. Ну и теперь от него просто так не улетишь. Меркл понял в прошлый раз, что не хватает все-таки чего-то. Потому что сбивать эти телепорты. Так, ну и давайте смотреть график. 8000 где-то. У Зенит по золоту, это как раз все внешние вышки, давайте посмотрим. У них все вышки вообще живы, то есть. Аджи ни одной вышки не убили за 24 минуты. Учитывая, что у них был лонруид, это, в общем-то, можно сказать, что пока что у них совсем ничего не работает.
Queen of Pain. Прожимает дабл дэмэдж, пошла искать Феррари. Может его убить. Есть второй Sonic Wave, то есть, если даст ему Orchid, настреляет в него. Не рискует. Знает, что около вышки могут прилететь. Так, Джаггернаут, он не слэш. Он не слэш на Фейта, Фейта зарезал. Оп, ВВФ рядом, потратил Располярити. Очень зря потратил. Здесь вся команда, Джаггернаут спасает. Телепорт он сбивал эскивером. Ну, Queen of Pain нападает все-таки на Феррари. Дает Shadow Strike, дает Sonic Wave, второй Феррари погибает. С никак уже не выжить. IG, я думаю, уже очень сильно расстраивается. То есть по карте у них осталось как-то вот так. То есть им сидеть на базе остается, потому что даже несмотря на то, что стоял к лывышке Феррари. Погиб Феррари, стоял здесь. Летал где-то Фейт. Фейта убили. Уже безопасное пространство почти не осталось, лон друида. Здесь тоже где-то нашли, подцепили, его убивал Лайфстиллер. Пока мы смотрели на Queen of Pain. Вайвайв купил Блинк Даггер, вот 25-й минуты появляется Блинк на Магнусе, а уже вышек не осталось. То есть последний внешний тауэр, сейчас он скоро упадет уже. Фейтом все еще 600 монет. То есть, в общем-то, проблема была в том, что брали не трилейн, брали, собственно, одного саппорта всего. И само собой... По лейнам это все расставить не получилось. Магнус ставил сложно, было понятно, что Блинк будет поздний, все надеялись на Бэтрайдера. Вот у Бэтрайдера что-то не пошло, и вот что именно у него не пошло в лесу, для меня лично загадка. Потому что в центре он себе приносил, то есть он себе здесь убивал вражеский обсервер, разблокировал кэмп, но может быть заблокировал центре вардом. Если честно, не видел, что он там делал. Теряли, сразу же улетает в лес. Ну его пошли искать. Это прекрасный вид, блинкуется в другую сторону леса. Отправляется на базу. Феррари тоже особо ничего нет, он, видимо, делает себе то ли догон, то ли форстав, скорее всего, догон. Ну или талисман есть. То есть он понимает, что может уже не хватить урона просто-напросто, если они пойдут драться. Здесь не то, чтобы проблема в контроле, а в том, что если они будут нападать, здесь лайфстиллер просто всех съест. Учитывая, что будет еще и хиллингвард. Хиллингвард прожали, заходит на четвертый марш и особо не стесняется. Мерка стоит с дабл-демжем. Вышку покусывает, доедает вышку больше. Внешних вышек не осталось. Рошана уже убивали. Queen of Pain с Аегисом. Тинкер ставит паузу, выходит. То есть остался только хайграунд. То есть сейчас либо некоторое время подфармить. Подфармить вражеский лес, то есть доделать какие-то артефакты. И потом уже только заходить на хайграунд, а вот на хайграунд будет заходить очень-очень сложно. То есть IG, несмотря на то, что они так потеряли все свои внешние вышки, они хайграунд, в принципе, должны оборонять очень даже успешно. У Магнуса появился блинк, у Тинкера всегда есть марша. На марше заходить очень сложно, это мы узнали еще и в прошлом матче. То есть если Тинкера не подловит, прям-таки так, с разбегу забрать вышку Tier 3 Tower не получится. Чё он говорит, гоу-гоу? Ну и давайте смотреть, что здесь будет сейчас. Radiant's middle tower is under attack. 1700 у Queen of Pain, ей надо доделать сайт Вайс. Она уже купила себе Ultimate Orb, то есть здесь осталось 1500, это очень быстро доберется так. Нашли кого-то, прожали, видимо, смог. Нашли Shadow Demon, однако Феррари погибает, его съел Меркл. Один против троих, здесь вроде было очень много народу со стороны команды IG, но тем не менее, Тинкер погибает. Купил себе все-таки рецепт на догон, успел. То есть он особо золото не потерял. Ну вот как раз это окно, то есть они убили Тинкера, Тинкер не выкупится, у него выкупа нет просто-напросто. То есть сейчас надо заходить на хайграунд как можно быстрее, ломать Tier 3 Tower, пока Тинкера нет, пока нет маршей. Однако понимает. Зенит мог то не поторопиться с этим. Приподнимает Меркла. Летят шоквейвы. Надо куда-то перемещаться. Меркла поставили хиллингвард. Надо все-таки продолжать. 15 секунд до Тинкера. Сейчас Тинкер уже появится и ничего запушить не получится. Уже Зенит придется отходить. Получает бочки. 3400 уже на Бэтрайдера. Вот им надо не погибать в этой драке. Если эту драку они выиграют сейчас. IG. Так, приподняли Джаггернаута, прилетает Феррари. Феррари живой, пускает ракеты, пускает марш. И сейчас придется всем отступать. На электризованный медведь ударил Лайфстиллера. Лайфстиллер понял, что
Воевать здесь не хочет. Ну и Фейтон отправляет пытаться добивать здесь крипов, потому что без его блинка здесь делать нечего. Добил троих крипов. Уже 1540. Ну, Зенит разбегается кто куда. Они поняли, что... что марш, что... не получится сделать ничего. Ну и Тинкер спокойно улетает здесь. Queen of Pain, Queen of Pain. Включили свои иллюзии. Тинкер понимает, что Queen of Pain доделает Сайт-Вайс быстрее, чем что-либо появится у него. Он купил себе догон, то есть у него Сайт-Вайс даже в планах не было. Уже хватает на Mystic Staff NVP, то есть он может купить себе Mystic Staff. В принципе, слот есть, но это слот для телепорта. А, ну, слота не было. Иллюзия, когда я иллюзию прокликал. Слота, в принципе, нет, и он будет ждать еще 800 монет нафармит, и там уже будет дополнительный контроль, и они будут летать на Тинкера, Тинкера будет добивать. Если получится его заганг, то это, в общем-то, будет означать потерю бараков, скорее всего. Феррари ненавидит сатиры, стрельнул в нее догон, и отправляется на базу. Ну так вот, 21-13 счет, 29-30, лайфстиль покупает Abyssal Blade. Так, здесь Рез Полярити. Напали на Джиггернаута, Джиггернаута свозит, пытается его добить, Entangle. Хватил урона просто-напросто. Джиггернаут выкупается, приходит Меркл, пытается кого-то убить, Чуан улетает здесь. Улетал в рейдже, Меркл мог попробовать дать ему Abyssal Blade, но тем не менее хватает Джоу. Джоу очень быстро погибает. Меркл Godlike. Queen of Pain бежит, пытается найти последних персонажей. Фейт 2100. Все, может продать две свои злополучных веточки. Купить себе наконец блинк. Он так и делает. Продал одну веточку, остальное сейчас накопит, пока регенится. Продал вторую все-таки. Так, все, есть два блинк-даггера, нет реверс полярится. ВВФ, он его потратил. Пытались найти килл. Давайте посмотрим, что у андроида. А, ну, в принципе, не видно его медведи. Никак не видно. Ну, приходит очень смело, приходит ассасайс, летает Queen of Pain, из него вылезает лайфстиллер, нападает кто на фейта, кто на... всех остальных прожал Чуан Госеттер, ну и за это весь урон ушел Магнуса. Магнус ультимейта все равно не был, но тем не менее выкупается Феррари. Получает Abyssal Blade, ну и его съедают. Ага, Рубик. Рубик своровал Томни Слэш. Вот он напал. Пытался кого-то убить, но сам погибает. Меркл Beyond Godlike. Queen of Pain на ОХП, получает догон, теряет Аегис. Феррари перезаряжается. У Феррари сайта вайс нет, поэтому Queen of Pain просто прыгает. Теперь 3 таур допушли. Приходит злой Джоу. Вызывает своего медведя. Медведя армлета медведя. Мейстром. Queen of Pain докупает наконец. Сайт Вайс. И уже теперь драться будет в разы неприятней. Уже в принципе и так IG гоняет по базе как только хотят. Зенит. Зенит очень даже. Очень даже неплохо отыграли этот матч. Стоит заметить, конечно. Ну, в основном проблема была в том, что IG очень странно надрафтили. То есть они взяли лондроида в первую позицию, лондроид фармил, охранял его только Рубик, то есть там лейн был откровенно слабый. Лондроид там никак не спасти было, если к нему приходит релейн. Собственно, трилейн и пришел. На миде стоял Тинкер, к нему приходили Ромеля. Тинкер герой без эскейпа, герой достаточно хлипкий, очень просто убивается. Ну и Магнус с Бэтрайдером. Это мы уже обсуждали, что два персонажа, которые хотят быстрее блинкдаггера, в итоге... блинк-даггеров ни одного не было до 25-й, что ли, минут, если честно, я не помню, когда он появился у Магнуса. У Бэтрайдера же он появился уже, когда, можно сказать, бараки начали ковырять. То есть появился сейчас блинк, он сразу же погиб еще до того, как успел что-то сделать. То есть все очень плохо. 10 уровень Бэтрайдер, 18 уровень Джиггернаут, 20 лайфстиллер, то есть все очень-очень неприятно. Да ну, Рошана еще... 3 минуты, то есть можно просто походить пофармить что-то, Зенит. Не обязательно набрасываться на барак. Так, ну это же злые. Понимаю, что не хотят проигрывать. Жоу, между прочим, то есть он может купить себе гиперстоун в следующей драке, кому попробовать давать. Но его окружает. Влетает на него Queen of Pain. В Queen of Pain сидел лайфстиллер. Лайфстиллер нападает на Джоу. Дали ему еще и сайт вайс. Пришел очередь Джиггернаут, Джиггернаут получает килл.
Ну и само собой, все, кто ходил в смоки, уже бегут обратно на базу, потому что сейчас будет падать стоп. Падать тир-3 тауэр, ну и вместе тир-3 тауэр и бараки. Здесь голый барак на миде, то есть можно будет запушить вышку на топе, запушить один барак, переместиться на мид и, в общем-то, доигрывать. Фейт пытается сделать себе брасер, судя по всему. Начинает покупать вещи на плюс статы, понимая, что он погибает очень-очень быстро. Нет, перемещается все-таки на мид. Не стали они ждать, пока там... Пока деквыряют тир-3 тауэр. Сразу пошли на барак и приходят. Смотрят на барак. Ассасец вызывает хиллингвард. И стоит, просто бьет барак. Выкупает сразу же ландроид, идет воевать. Ландроид был очень много денег. Фейт нападает, дает ультимейт Мерку. Респаляет, замечательно респаляет на троих. Сразу же энтангл Мерку. Он пока что никого не дамажил, но стоит, живет. Нападает обратно, идет. Он не слышит джиггернаута, он не слышит. Расходится по всем. Пока что все живы со стороны IG. Влетает Queen of Pain, дает второй Sonic Wave. Убивает Рубика, Джоу. Финс Грейпи, Джоу убивает, наконец. Погибает Ландроид, ну и все расходятся. Феррари стреляет с догоном, стреляет с ракетами. Получает Найтмер, надо его добить. Получает Абисл Бейт, ну и Фейт говорит, good game. Пытались устроить последнюю драку. Прожали, наконец, свой ультимейт персонаж с блинкдаггерами. Все правильно сделали, но уже столько преимуществ. Давайте посмотрим здесь. За 15 тысяч, за 20 даже по опыту. Здесь уже, само собой, ничего не сделать. 1-1. 30-14 возвращает Зенит себе. Скажем так, выиграли один матч, то есть сейчас будет решающая игра. Там уже кто побеждает, тот переходит в полуфинал. Само собой, скажем так, прям таки серьезного, как бы это правильно сказать. То есть если кто-то проиграет этот Best of 3, то есть он не выпадает целиком из турнира, он просто перемещается, сыграет на одну серию больше. То есть он попадает в четвертьфинал вместо полуфинала. Но это может быть значит, что да, быстрее, меньше игр придется сыграть, то есть меньше шансов вылететь. Так, ладно, ждем третью игру. 1-1. Перерыв 5-10 минут, опять достаточно долгие перерывы. Но, к сожалению, от нас это не зависит. Пока игроки разойдутся, пока что покурят. Так, ну ладно, перерыв.